Новосибирская «Сибирь» одержала первую победу в 9-м сезоне континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду подопечные Андрея Скобелки разгромили астанинский «Барыс» со счетом 5-1. Хозяева захватили инициативу с самого начала матча. Весь первый период новосибирцы атаковали, создавали много моментов у ворот соперника, однако забить смогли лишь под занавес 20-минутки. Точным броском отличился капитан команды Евгений Артюхин. Вторая шайба влетела в ворота «Барыса» практически сразу после перерыва. Максим Шолунов открыл череду голов первого звена новосибирцев в этой встрече. Правда, затем гости смогли сократить отставание 2-1. В середине третьего периода Степан Санников, забив, заработал сотое очко в КХЛ. Решающим моментом игры стало двойное удаление «Барыса» и дубль Сергея Шумакова в большинстве. При этом наш вратарь, 20-летний Алексей Красиков, не лучшим образом проведший матч с автомобилистом, в этой встрече отразил 40 бросков. Впереди у Сибири заключительный матч первой домашней серии. 27 августа новосибирцы принимают ханты-мансийскую «Югру». И соперники, мы, скажем, сыграли в такой достаточно активный хоккей. Ну и, наверное, вот эти удаления, когда, да, двойное удаление у «Барыса» случилось. Здесь, конечно, вот эти два гола, они, ну, наверное, уже определили исход матча. До этого ничего не было понятно, поэтому такая хорошая, интересная игра была.